Очаков ТВ представляет. Не дремлют и воины ВСУ в Херсонской области, которая является между... Здравствуйте. Вы из какого города? А вы? Я из Калифорнии вообще. А вы вообще из Донецка. Вы прямо в Донецке сейчас находитесь, да? Да, именно. Интересно. Слушайте, ну и что там, ну, вы не боитесь, не опасно в Донецке? Боимся, а вы давно были в Донецке вообще? В Донецке очень давно, еще, ну, десятки лет назад. Ну, я помню этот город, я видел видео еще вот год назад, до широкомасштабного наступления России, еще он был в идеальном состоянии. Ну, сейчас совершенно не то состояние. А вы работаете, да? Работаем, конечно. А кем вы работаете? По красоте, по девочкам. Волосы, реснички, тренажерный зал. Не, так волосы, реснички или тренажерный зал, это же разные вещи. Все вместе. То есть вы как бы косметолог и фитнес-тренер, да, что ли? Да. Нет, немножко не так. Больше фитнес-тренер. Больше фитнес-тренер, но да. Пока девочки тренируются, вы им заодно реснички наклеиваете, да? Так, смотрю за этим, да, процессом. Смотрите за этим, понятно, понятно. Слушайте, а что, у вас фитнес-клубы работают, да? Конечно. Прикольно. А сколько стоит абонемент в месяц? Ну, смотря в какой клуб. Ну, вот там, где вы работаете. 5000 рублей. 5000 рублей? Без тренера. Да. Нет, без тренера, понятно. Слушайте, ну а вот у людей же там у вас зарплата, дай бог, чтобы была 12-15 тысяч. Кто же за 5 тысяч ходит? А у нас очень много людей, которые зарабатывают по 100, по 200, по 300 тысяч, по полмиллиона. А на чем они? Ну, может, в вашем клубе, да? Кто как. У нас военных полно. Жены военных, военные. Услуги подорожали. Как бы. А военные много зарабатывают у вас? Да, 200,5 миллиона в месяц. Ничего себе. Ну, это уже такие высокие чины, наверное, да? Нет. Самый низкий чин 200 тысяч. Ну, 200 тысяч кто это? Рядовой, да? Я надо приезжать. Приезжай. Это кто, муж? Муж ваш? Да, мой муж. А он не военный? Военный. А, о, понятно. Привет. Военный муж, привет. Не надо оскорблять. Это не надо вообще. Все. Почему не надо со мной общаться? Хорошего вечера. Почему? Вы боитесь общаться со мной? Ну, просто, ну как, немножко неинтересно, спасибо. Ну, слушайте, а может мне интересно, вы расскажете, как у вас там? У нас все хорошо, спасибо. Слушайте, а вот, блин, жалко. Жалко. Не дошел я до самых главных вопросов. Ну, видите как, напряжение чувствуется у них, не очень они хотят общаться, понимают, что сказать им нечего будет на более-менее острые вопросы, ответить нечего будет. Я их понимаю, конечно. Видимо, таковы результаты точного попадания. По крайней мере, взрывается он хорошим фаерболом. О! Нардеп и полковник СБУ Роман Костенко. Здорово. Ой, привет! Слышь, Вань, я тебя знаю. Я тебя нет. Да, понятное дело. Слушай, я тебя знаю благодаря, знаешь, кому? Я тебе Гарри, там и прочее. Слушай, ну, честно говоря, не то чтобы я тебя не уважал. Я тебя прям... Ну да, я вообще тебя не уважаю. Почему? За что? За что? Я сказал, за что? Да, за что ты меня не уважаешь? Не, брат... Честно говоря, вот я не то, что тебя не уважаю. Я вот тебя... Хотя, подожди, брат, возможно, я тебя даже уважаю за то, что у тебя есть своя точка зрения. Да, вот, прикинь, вот, блядь, прямо сейчас, просто при присутствии тебя я переобулся.
ебался. Ты человек, который топишь, ну, ты знаешь, за что ты топишь, правда? Ну, конечно, знаю. Да. И вот за это вот тебя можно уважать. Блять, насколько бы ты вот не был прав, насколько ты был бы слаб в своей теории, то есть да, там, блин, ну, но тем не менее, ты хоть. Алло, прервался. Алло. Появился да, опять. Ну... Слушай, у меня к тебе есть вопрос. Вопрос у меня к тебе есть. Да. Ты каких российских блогеров ты смотришь? Вот кто твой самый любимый российский блогер? Блин, Вань. Тебя Вань зовут, нет? Нет, Владимир меня зовут. А, ой, прости, пожалуйста, Владимир. Я не хотел тебя оскорбить. Сюда. Да. Меня тоже зовут Владимир, кстати. Да, так кто твой любимый российский блогер? У меня нет любимых российских блогеров. Я смотрю, знаешь, кого? Кого? Дядьку Гарри. Я не знаю, кто это дядька Гарри, это кто? Да ладно, не знаешь. Толстый чувак, блядь, типа меня. Такой жирный чувак, как и я, блядь. Мы вот нас двое жирных. Он российский блогер? Блин. Владимир, я тебя умоляю. Я тебя жирный чувак. Я тебя клянусь, я первый раз слышу и вообще не знаю, о ком. Может, я его в лицо и видел, когда... Дядьку... Ты не знаешь дядьку Гарри? Нет. Блять, Владимир, если ты не выложишь вот это вот себе, я тебя прокляну, вот реально. Я честно говоря, даже не надеялся выйти. Подожди, ты уважаешь дядьку Гарри? Дядьку Гарри уважаю. Но у него позиция, я так понял, противоположная моей, правильно? Да. В чем сила его позиции? Ты только что сказал, что моя позиция слабая. А в чем сила позиции твоего дядьки Гарри, или как ты там его обозвал, неважно? Дядька Гарри? Я тебе просто... Ну, хорошо, ладно. Давай. Владимир. Да. Говори. В чем твоя позиция? В чем сила его позиции? Я тебе задал вопрос. Ответь на мой вопрос, а потом я с удовольствием отвечу на твой. Давай. А, хорошо. Почему-то я должен защищать дядьку Гарри. Хорошо. Не надо защищать. Ты просто объясни мне, за что ты его уважаешь, за какую его позицию ты его уважаешь. Смотри. В чем сила его позиции? В чем сила его позиции? Да. Я понять не могу. Тут тяжело сказать, как бы, правильно, знаешь, смотря с какого момента, как бы, отсчитывать. Ну, с какого и тебе вот, например, удобнее, с такого и отсчитывай, с любого. Хорошо, все хорошо. Мы начинаем отсчитывать с того момента, когда, блядь, начинается... Только не ругайся матом, пожалуйста. Да, прошу прощения, я извиняюсь, я прошу прощения. И опусти немножко ниже телефон, чтобы я тебя видел, а то я твой потолок... Да, вот. Вот так лучше, а то мне лампы светят в глаза твои. Да, все, прошу прощения. 2014 год, да, 13. Так. Начинается, блин, ну, ладно. Начинается внеконституционный, это самое, суд, правильно? Суд над кем? Начинается революция. Да, революция достоинства. Революция достоинства. Революция достоинства, ага. Да. Вне Конституции свергают, блин, конституционно правильно принятого президента, да, который являлся... Как, кто, его, во-первых, никто не свергал, во-вторых, как понять, вне Конституции, а что, можно внутри Конституции свергнуть? Подожди. На Украине. Я спросил, в чем сила позиции дядьки Гарри? Ты мне рассказываешь про то, что происходило. Что происходило в Украине, я и так знаю. Не надо мне читать политинформацию. Ответь, пожалуйста, на мой вопрос. Задай прямой вопрос.
В чем? Почему ты считаешь, что позиция твоего дядьки Гарри сильна? Дядька Гарри, прости. Я простой человек, который сегодня впервые установил, как это называется? Чат-рулетка, чат-рулетка называется. Чат-рулетка. Сегодня впервые. Я тебе донатил, как это самое, безбашенный кран. Я да, понял. Я его поддерживаю. Знаешь, сила, в чем сила он позиции? Он с тобой общался. Вот в чем сила. Он знает. А, что у него хватило сил со мной пообщаться. Да, силен, дядька Гарри. Успокойся ты, Владимир. Да успокойся, тезка. Я спокойно. Успокойся, я тебе сейчас скажу. Дядька Гарри, он, в отличие от меня, я тебе еще раз говорю. Первый день установил себе вот этот ебаный, блядь, чат-рулет. Не ругайся матом, мы же договорились. Да, прости, пожалуйста. Дядька Гарри, всю вот эту тему почитал. Там, блин, туда-сюда. Там все ролики посмотрел. Блин, опять ты пропадаешь. Что у тебя черный экран опять? Вот так вот. Ну, говори. Я сейчас вижу тебя. Как ни хрен нахрен. Я тебя вижу. Так в чем сила позиции дядьки Гарри? Расскажи мне, наконец-то. Алло. Сила в том, да. То, что ты ну опять черный экран, да что ж такое? Ты можешь держать нормально, не дергать? Куда убежал? Убежал он, блин. Ой. Чувак первый раз зашел в чат-рулетку. То есть чат-рулетку он таки нашел способ, как открыть, а как свою черепную коробку, свою мозговую деятельность инициировать, он так и не нашел. Хотя годков ему немало, он не ребенок уже. Но бывает такое.